Взвод! Господин старший лейтенант, взвод производит чистку оружия. Продолжим. Там Анвар приехал. Ходит, фотографирует по части. Да, я знаю. Он хочет большую статью написать про наше учение. Хорошо, наверное, быть героем статьи. Сначала вы писали, теперь про вас пишут. Честно, для меня это больше не интересно. Меня уже давно ставило числами. Правда, не знаю, надолго ли. Хотя, время покажет. Извините, господин старший лейтенант. Господин старший лейтенант, мне нужно срочно получить эту часть. Что случилось? Ефрейтор Тлемисов за старшего. Как закончится чистка оружия? Представьте лично мне. Есть еще точно. Пойдем, пойдем вместе. Не могу оставить друга. Сюда идут. Пусто. Значит так, сейчас выдержишь, прогонишь его, иначе пожалеешь. Я сделаю все, только не трогайте его. Здравствуй, Дон. Как твои дела? Здрасте. Спасибо, все хорошо. Что-то ты бледная. Точно все хорошо? Точно все хорошо. Ну и отлично. А мы тут мимо проходили, решили дедушку проведать. А вы с ним разминулись? Он еще час назад ушел на пастбище со скотиной. Только утром вернется. Угу. Жаль. Ну ладно. Скажи, что мы заходили. Привет ему передай. Хорошо, передам. Ну тогда пока. До свидания. Сказала, что дед ушел на пастбище. Какое пастбище ночью? Да и конь его вон стоит. Странно все это. И Айдана странная, напуганная какая-то. Нет, я понимаю правила приличия, но улыбнуться-то хотя бы она могла. Не нравится мне все это. Пойдем проверим. Кажется, я знаю, что надо делать. Сколько? Ты че поставь? А че я? А кто? Ты хочешь, чтобы дед пошел? Или чтобы девочка пошла? Чтобы еще толпу привела? Давай бегом! Ah!
вторую операционную. Сержанта, третью. Доктор Шарипов меня ассистирует. Быстрее! Не зевайте! Дяденька, сколько время? Хана тебе, мальчик. А ты давай. Надолго? Я скоро вернусь. Давай. Все. Не скучай, да. Ой, как хорошо. Короче, это баба Яковенко. Она, короче, уехала из города. Как раз тогда, когда вас повязали. Да, никто не знает, где она. А ее брат, Слава, он сейчас здесь. Да, в той комнате. Он тоже не знает, где она. А этот Бароев, он, короче, живет там же. Аброев, да. Он живет там же с бабкой, там, с племянницей. Ну вот. Все, что я узнал. Понятно. Так, пошли. Пойдем. О. Как вы, пацаны, отдыхаете? Хорошо. Да, нормально. Отдыхаем. Давай еще выпьем. Давай. Антон, может, твои друзья хотят что-нибудь покрепче? Неудобно не будет. Ты серьезно? А что? А что есть? Убежать. Найдем. Конечно, не знаю. Что, наркотики? Да. Это кокс. Да не бойся, это... Наркотики, это громко сказано, брат. Это всего лишь кокс. А ты же боишься? Да, при чем тут боишься, не боишься? Вот ты тоже вот. Просто не пробовал? Ну не пробовал. Что, будешь? Походу у тебя опыт есть, да, вот? А? Тебя как зовут? Слава. 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 Родной. Вот это твоя дорожка. А это моя дорожка. Че? Thank you.
Ну чё, как? Ну что-то непонятно. Я просто думал, чуть страшнее будет. Я говорю, это всего лишь кокс. Братан, скажи тост, а? Скажу. У тебя же такие тосты хорошие. А мне никто не нальет, что ли? Я не понял. Ну, не просмотрел. Ладно. Пацаны, одно скажу. Если вы пылите по этой жизни, пылите ровно. Без грязи и без брызги. Вот тогда правда будет на вашей стороне. А так, одно скажу. Родные, братья, берегите себя. За вас. А, кстати, ты где работаешь? Да я журналист, да. Статьи пишу. Да ты чё? Рассказывай. А какие статьи пишешь? Да разные. Небось там криминал. Нет, пока не доводилось. Да? Рассказы пишу, статейки всякие. Антон, он походу не знает, да, что я был учредителем газеты «Версия». Серьезно, не знаешь, что ли? Нет. У меня там сестра работала. Яконенко Диана. Может быть, знаете? Как? Яконенко Диана. Сестра моя. Знаешь, если вот так вот увижу, возможно, узнаю, а так. Там же их мало, брат. Ну что, давай еще по одной? Ну что, давай. Давай. Да. Как ты? Нормально? Да. Да? А что нет-то? Сильный пацан, сильный. Давай, брат. Чё, как? А то вроде лучше. Хорошо. Пусть пока Аброев остается в реанимации. Состояние очень тяжелое. За ним нужен постоянный уход. Хорошо. Как состояние сержанта? Все нормально. Ну, слава богу. Разрешите? А, Сим, дочь, заходи, садись. Судя по выражению лица, у нас будет серьезный разговор. Серьезный, пап. Ну, и? Что с Батором? Каким Батором? С Аброевым, папа. Батором Аброевым. С Аброевым? Ну, что с Аброевым? Я его прооперировал. Он сейчас в реанимации. А вы что, служите вместе? Пап, я люблю его. Вот где на.
вас это серьезно? Дочь, пойми, в него сегодня стреляли. Он кадровый офицер, он каждый день рискует жизнью. Тебе нужны эти переживания? Папа, я же говорю, я люблю его, а он любит меня. Ай, люблю, люблю, заладила. Время покажет. Все, дома поговорим. Иди. Спасибо. Разрешите идти? Офицер. О! Как статья? Статья отличная, молодец. Верстка в разгаре? Ну, пока, да, в разгаре. Смотри, давай сделаем так. Успеем отдать в печать. Скажи им срочно. Хорошо, договорились. Давай. Да, смотрю футбол. Черт, надо же, а? Наш опа смотрит футбол. Ну, а как же, смотрю. Ну, я пойду. Я пойду. Апо. Баттер Кельда. Что делать будем? С учений. Переживайте. Да. Очень хорошо. Они там молодцы, со своим взводом. Успешно выполнили задание, он себя хорошо проявил. Ну, прекрасно. Все в части только вот о нем и говорят. Да? Да. Ну там, вы только не переживайте. Что? Баттер со своим другом. И я? Они поехали в Кошару. Вот, и там обезвредили одну банду разбойников. Помните, по телевизору показывали? Вот они ограбили ювелирный магазин. Ну что ж. Так вот, вы, ну, ничего не случилось. Все нормально, все нормально. Они их обезвредили. Вот. Сейчас Баттер в больнице. Слегка ранен. Вот. Я сейчас езжу. Ты приготовь бульон. И Микелем. Мы поедем. Хорошо. Я поехал. Что делать будем? Не переживайте. Сказали, что ранение в ногу и ничего страшного. Вы же знаете, в семье Оброевых стойкие мужчины. Нас ни один бандит не одолеет. Не переживайте. Сейчас я приготовлю покушать, вы съездите. Я уверена, что все будет хорошо. Давай быстрее. Ну что, замполит, по твоей части, читай. Старший лейтенант Оброев в славном тандеме с сержантом Желтоспековым сумели тактически превзойти соперника и одержать бесспорную победу. Командир, ну разве не правду пишут? Считаешь? Все объективно. Согласен. Да! Господин гвардия полковник, вас просит телефон у майора полиции Омаров. Свободен. Есть. Полковник Романов. Да. Фамилии. Благодарю за звонок. Оброев и Желдозбеков-то опять отличились? Оперативно. Не говори. Ну что за болит? Все понятно? Так точно. Свободен. Есть. Держись, сынок. Держись.
Thank you.